Привет всем! Как из названия видео вы поняли, это видео будет про заказ Avon и Oriflame. Я решила опять совместить их. И первое, с чего хочу начать, это с компании Avon номер 6. Я приобрела вот такой лосьон для тела, увлажняющий и ухаживающий, с маслом какао и витамином Е. Есть набор этих средств: лосьон для тела, крем для лица, крем для рук из одинаковой серии такой. У меня есть крем для лица, он неплохой крем, но не ощущается, что он дает какое-то там увлажнение, сильное питание, либо как-то ухаживает за кожей. Такого ничего нет от крема того. Так что я его использую для зоны декольте. Крем для рук я не пробовала. Попробовала вот это вот средство. Неплохое, оно довольно-таки густоватое, как для такой упаковки. Я чувствую, что когда останутся остатки какие-то на дне, я их не смогу оттуда достать, потому что густоватое средство. Неплохое, но второй раз не возьму. Мне понравился какой-то, по-моему, подтягивающий, он там заявлен, подтягивает кожу. Вот он реально, он и подтягивает кожу, и он такой жидковатый, но на лето это самый раз. Вот этот лосьон я не могу посоветовать, честно, меня он не очень впечатлил, так что выбор за вами. Здесь 400 миллилитров, а объем большой. И, кстати, если я не сказала, это серия Avon Care. Кто не знает, может быть. Я его допользую, но больше никогда не возьму. Еще из Avon я заказывала помаду. Помада эта была представлена по каталогу распродажа. И это помада миниатюрка. Это у нас помадка из серии Color Steel. Эта серия помад была выпущена давно уже. Она выглядит вот так. Вот я их называю помады мини. Здесь полноценный объем помады. И оттенок у меня называется Rose Light. В общем, легкий такой розовый оттенок. Или легкий цвет розы, какой-то вот, в общем, такой легкий розовый цвет розы, можно так сказать. Вот так вот она выглядит, как вы можете заметить, объем такой же, как и в полноценной помаде. Оттенок здесь вот упаковки розовый, при переносе на губы он становится такой вот, очень такой легкий, немножко такой припыленный, но не слишком пыльный, чтобы быть таким темным вот оттенком на губах. Он больше такой действительно вот light, он легкий, больше напоминает естественный. Мне такие цвета нравится использовать именно в зимний период, поэтому я эту помаду оставлю именно на зимний период, потому что у меня на зиму, в принципе, ничего такого вот именно розового, легкого нет, блески какие-то есть, но вот именно помады нет. А иногда хочется воспользоваться помадкой какой-нибудь. И перейдем к заказу Oriflame. Я заказывала двустороннюю кисть. С одной стороны у нас кисть для нанесения теней, а с другой стороны у нас должен быть спонжик, но, как я говорила уже раньше в видео, что спонжик этот очень плохо зафиксирован, его либо нужно самим фиксировать, либо как-то насаживать на клей. Но я этого не хочу делать, мне этого даже и не нужно, потому что у меня либо есть отдельно спонжи нормальные, именно такие вот тоже на длинные палочки, либо есть маленькие спонжи, в общем, есть спонжи, их хватает, и когда кисть стоит в стакане, не очень удобно, когда спонж все время по дну трется, он собирает всю эту пыль, всю эту грязь какую-то, ну, мне так кажется, и потом наносить им на глаза, хоть ты мой, хоть ты не мой его, как-то, я не знаю, честно,
как-то спонжи не очень, мне кажется, гигиенично это все. Ну, неважно, это мое мнение. Но эта кисть по качеству отличается от первой кисти, которую я получила. У нее есть ворсинки, которые торчат в разные стороны, они неровно подстрижены. Сама форма кисти немножко такая удлиненная, вот именно вот этот вот горбик. И что самое важное, выпадали ворсинки. Еще я плавно перехожу на летний уход, и для летнего ухода мне нужны были крема. Мне нужно было что-то приобрести, и я присмотрелась к вот этой серии Optimals. У меня как раз есть умывалка, которую я заказывала. Кстати, я ее заказывала на весну, но она на весну мне не подошла, потому что она матирует кожу и немножко даже подсушивает ее. У меня умывалка на весенний уход была другая, в общем, а на летний это осталось. Ну, неважно, в общем, много я наговорила всего о креме. Я его очень хотела, как раз это получается как набор, и заказала ночной еще себе, кроме тоника. Тоник, я считаю, не очень важно, чтобы он был одной и той же фирмы, если это, конечно, не супер там люкс какие-то средства. Здесь 50 мл, запах, как и у средства для умывания, такой немножко лимонный, но лимон, не лимон, а лайм, наверное. В общем, крем мне понравился, я им уже интенсивно пользуюсь. Для жирной кожи самое то, только если сильно жирная кожа, она сильно быстро у вас жирнится, лучше наносить капельку, совсем капельку, и тогда и макияж будет ложиться лучше, и держаться он будет лучше, и, соответственно, кожа будет как бы дольше оставаться не матовой, но и не жирной, как-то вот средняя. Я довольна этим кремом, могу, в принципе, посоветовать его именно для жирной кожи. И еще мне в подарок, как обычно, консультант преподнесла крем для рук. Этот крем выходил на День Святого Валентина. Он такой вот в таком оформлении с сердечком. Я думаю, все его помнят. Здесь 75 мл. И я не знаю, с каким он идет запахом. Здесь не написано. Здесь написано просто там способ применения и что это крем для рук. Но запах у этого крема мне пахнет либо манго, либо папайя. Вот что-то такое. А может быть, даже вперемешку. Очень приятный запах, очень вкусный. У меня аж слюнки потекли. Крем сам по себе по текстуре легкий. Первое впечатление, что он такой довольно-таки увлажняющий, но потом он быстро впитывается и не оставляет никакой пленки. Это плюс, конечно. И честно вам скажу, он как-то, мне кажется, подойдет больше на летний период. Вот сейчас я им пользуюсь, и мне он как-то не очень. По степени увлажненности мне он не очень помогает. Получается, что крем ни о чем. Но летом, когда очень жарко, когда даже руки бывают потеют, в принципе, я думаю, будет самое то. Вот и все, что я приобрела из компании Avon и Oriflame. Заказ был небольшой. Если есть какие-то предпочтения, пишите, конечно же, в комментарии. Если есть, конечно же, желание, потому что желание, я смотрю, есть не у всех. Ну, спасибо за просмотр, спасибо за внимание, всем удачи и пока-пока!